друзья, всем привет. Вот я вас завдали. Нахожусь я в городской больнице нашей новой. Немножко приболел. Ну, это все ерунда, мелочи, уже иду на поправку. Завтра домой. Такая вот новая у нас городская больница. Кровать, все как положено. Тя-тя-тя, как у нас видите, новенькие. Со всеми условиями. По европейскому стандарту. Все поднимается, все опускается. Палата на двоих. Моего соседа. Телек, мелик. Однокомнатная квартира. Так говорится. Все дела, все условия, душ, муж. Условия шикарные. Кондиционировали все дела. Все же помнят нашу старую горбольницу. Вот в каких теперь условиях мы живем в нашем городе. И море, посмотрите, насколько отошло. Кстати, городская больница находится на месте военной части на нижней дороге. Раньше какая ракетная, какие полк был. По-моему, ракетный полк. Прямо на этом месте у нас сейчас здесь горбольница. Там стояночка для машин сидит. Сюда подводят именно уже тяжело больных. Вот так вот, друзья, и живем. Цены приемлемые для простого народа. Если есть медицинская страховка, так вообще копейки выходят.